команда КВН, сборная города Королёва, соответственно, город Королёв. Дорогие друзья, на самом деле сегодня праздник. Четвертьфинал Центральной международной лиги КВН. И по этому поводу я придумал гимн. Но у меня есть маленькая проблемка. Я не могу петь под музыку, я сбиваюсь. Итак, поехали. Сегодня точно кто-то станет полуфиналистом лиги в Минске. И будут петь, гулять, орать полуфиналисты лиги в Минске. Сегодня точно будет секс у полуфиналистов лиги в Минске. Олег, ты что тут такое поешь? Ты понимаешь, что на днях в очередной раз упал ракетоноситель «Протон-М»? Инженеры, блин. Ведь не учились инженеры, они играли в лиге в Минске. И через год никто не вспомнит четвертьфиналистов лиги в Минске. Одним эфиром станет больше у полуфиналистов лиги в Минске. Мам, а купи мне собаку. А ты будешь за ней ухаживать? А ты мне здоровую купи. И вот с такими шутками не стать полуфиналистом лиги в Минске. Ребят, вообще-то нужно быть посерьезнее. В зале сидит наш проректор по внеучебно-воспитательной работе финансово-технологической академии Амелинская Наталья Викторовна. Академии, которая входит в 100 лучших вузов Российской Федерации. А вот теперь у нас есть средства на полуфинал лиги в Минске. Ребят, да чё вы ноете? В полуфинал может пройти абсолютно каждый. Ну вы об этом расскажите белорусским хоккеистам. А соле мио, стем франта те, стем франта те. И мы вот так вот запоем в полуфинале лиги Минска. Ну кто же кто сегодня станет полуфиналистом лиги в Минске? Так, воу-воу-воу-воу-воу! Стойте, ребята! Ведь на самом деле не важно, кто станет полуфиналистом, а кто останется в 1/4. Ведь КВН — это добрая игра, где главное не победа, а участие. Да-да, участие в полуфинале лиги в Минске!